В этом году увеличился объем экспорта фасоли. Об этом сообщил председатель таможенной службы Адамкул Джунусов. Так, за 10 месяцев текущего года экспортировано 54 тысячи тонн, что на 2 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным импортером фасоли является Турция. На ее долю приходится более половины объема экспортируемой из Кыргызстана фасоли. Также Джунусов проинформировал о том, что теперь транзитные грузы, экспортируемые из Кыргызстана и импортируемые в страну через территорию России, будут проходить беспрепятственно. Такая договоренность достигнута на 18-й Кыргызско-Российской межправительственной комиссии. Кроме того, решен вопрос беспрепятственного пропуска задержанных на грузинско-российской границе автомашин с кыргызской фасолью, следовавших транзитом в Турцию. По информации таможенной службы, причиной задержки стали образовавшиеся снежные завалы на горных участках дорог границы. Сейчас пропуск осуществляется без проблем. В ходе заседания комиссии были достигнуты договоренности между премьер-министром Кыргызской республики Темир Аргембаевичем и руководителем Федеральной таможенной службы Российской Федерации Андреем Юрьевичем Беляниновым. Также был решен вопрос пропуска на грузинско-российской границе автомашины с кыргызскими фасолями, следовавших транзитом в Турцию. По имеющимся информации, в настоящее время пропуск осуществляется беспрепятственно.